Да. Ну да, я смотрю, спрашиваю, интересует, что ты за заработочку Инстаграма. Те, кто не знает, поднимите руки, пожалуйста, кто знает, что такое Инстаграм? Извините. Молодежь почему-то знает, что такое Инстаграм, да? Ну, замечательно. Хотите купить новый смартфон? Да? Просто-напросто подходите к этой рамочке, вас фотографируют. Сегодня, если ваша фотография с нашим хэштегом, все внизу написано, за сегодня набирает больше всего лайков, то смартфон ваш. Все очень просто, очень доступно и очень понятно. Чтобы заработать, как говорится, побольше лайков, звони всем друзьям, делай рассылку, не знаю, в Фейсбуке, в мессенджере, где еще, где он удобнее это делать, контакты, наказывать, где он делает тоже. Набирайте, чтобы в Инстаграме больше всего лайков и, как говорится, смартфон ваш, а, конечно, вперед, давайте. Нормально размазали. Этот эскалатор не работает. Соседи на спуск. А, да, 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 да. Ага, фудкорты наверху. Добрый день. Да, хорошие места возле окон. Сюда можно. Ладно, пойдем посмотрим, извините, кто в том крыле. Автодром есть какой-то интересный какой. Что, Коля?